Я просто уверен, что это результат вот этого очередного монументального поражения Путина уже не на фронтах, а, так сказать, на международной арене. Он не получил того, что хотел. Наверняка вернулся очень недовольным. И, как всегда в таких случаях, Путин действует как заядлый, так сказать, игрок, который постоянно, проигравшийся уже, но который постоянно играет дальше и повышает ставки. Вот это и есть повышение ставки, и вот это выражение «Симоньян идти ва-банк», я думаю, это не ее изобретение, об этом говорили где-то в Кремле, и вот она слила эту информацию, что идти надо ва-банк. То есть кто-то в очередной раз в окружении Путина сказал, что есть гениальная идея, что если вот мы сейчас быстренько, несмотря на то, что не контролируется Донецкая область, на там, где-то две трети только занята, уже не контролируется целиком Луганская область, уже освобождена практически полностью Харьковская область. Раньше они же говорили еще о референдуме в Херсоне, вот это так называемое ХРНР и так далее. То есть вот сейчас, видимо, Путину надо зафиксировать хоть что-то, чтобы это не было полного фиаско, понимаете, поражение. И вот то, что удалось захватить, хотя бы вот это, знаете, как хоть тушкой, хоть чучелом, что-то зафиксировать и представить уже это через ту же пропаганду, как некую победу, что вот мы освободили там Донбасс, и цели спецоперации выполнены.